Приветствую вас, друзья! Меня зовут Елена Тарарина. Я предлагаю вам осмелиться, набраться дерзости и все-таки создать свою психологическую игру. Уверена, если вы смотрите это видео, то вы знакомы уже с многими психологическими, трансформационными, развивающими, коучинговыми, бизнес и прочими играми. И если вы смотрите сейчас это видео, это говорит только о том, что уже долгое время у вас зреет идея создания собственной игры. Я создала обучающий курс для таких, как ты. Для людей, которые имеют дерзость, смелость и вдохновение, идеи для того, чтобы создать свои авторские психологические игры. Курс состоит из трех занятий. Каждое занятие предполагает методологическую и практическую часть. После первого выпуска этого курса 80% наших выпускников создали свои авторские игры. И, возможно, те игры, которые тебя восхищают, созданы выпускниками нашего курса. Что хочу сказать тебе об этом курсе? На самом деле, один из самых главных страхов любого автора психологической игры заключается в том, что кому это нужно? Кто придет на мою игру, если в мире такое огромное разнообразие других игр? На курсе я обучаю тому, как создать методологию игры, как разработать шаги игры, на что важно обратить внимание, когда вы создаете игровое поле, игровые правила. Я говорю о том, как не сделать так, чтобы твоя игра стала плагиатом других игр. Вы будете получать четкие конкретные задания, указанные в определенные сроки. Выполняя эти задания, собирая информацию, вы сможете создать не плагиат, вы сможете создать игру высокого творческого, философского и ментального уровня, при условии, конечно же, вашей продуктивной работы над своей игрой. Этот курс призван помочь не только людям, имеющим психологическое образование, создавать свои игры. Ведь игры бывают разными, развивающими, диагностическими, не только психотерапевтическими, даже трансформационными. Поэтому, если у вас уже давно есть желание и идея, что самое главное, создать вашу психологическую игру, этот курс то, что нужно вам. Я сама являюсь автором двух психологических игр, обе, которые получили лицензию на право использования. Они прошли психологическую экспертизу, и поверьте, когда я создавала свои игры, я столкнулась с огромными преградами, которые мне успешно удалось преодолеть, и этим опытом я тоже поделюсь с вами. Вопросы рецензирования игр, вопросы организации и потом монетизации вашей игры, ведь наверняка вы ее создаете не только для того, чтобы создать, но и для того, чтобы потом продать. Для того, чтобы потом создать сообщество людей, которые могли бы стать ведущими ваших игр, о правилах построения дальше отношений с вашей игрой после того, как она уже будет создана, о том, как продавать свои игры, как грамотно выстраивать свой информационный, психологический и развивающий бизнес с помощью ваших игр, как правильно выступать на тех событиях, где ваша игра будет максимально востребована. Я собрала в этом курсе все лучшее, чем я была готова поделиться тот момент. Рекомендую вам прямо сейчас читать внимательно его содержание, принимать верное решение, которое даст вам возможность реализоваться как автору игры. Дайте себе шанс. Вы этого достойны. Вперед к созданию вашей авторской игры.